Архитектурная концепция комплекса «Лахта-центр» предполагает строительство башни высотой 462 метра и многофункционального здания переменной этажности. По площади это строение превзойдет небоскреб. Многофункциональное здание состоит из северного и южного корпусов, соединенных общим атриумом, просторным крытым двором со стеклянной кровлей. По форме здание напоминает бумеранг. Высота строения с атриумом колеблется от 22 до 85 метров. Конструктивное решение здания предполагает создание консоли с вылетом 25 метров. Строительство большепролетных вестибюлей без промежуточных опор стало возможным благодаря применению 36-метровых ферм. Сложная форма здания требует неординарных конструкторских решений и в подземной части. Оба строения имеют ядра жесткости, которые расположены в местах наибольшей высотности, где сосредоточены основные нагрузки. Сваи в основании устанавливаются с переменным шагом. Для высоконагруженных участков под ядрами зданий используются сваи диаметром более метра, установленные с шагом в 3 метра. Под малонагруженными частями фундамента сваи устанавливаются реже, с частотой 9 метров, а их диаметр составляет менее метра. Проектные расчеты обоснованы предварительными исследованиями 4 опытных свай, 2 максимального и 2 минимального диаметра. С помощью специальных датчиков усилий и перемещений определены соотношения нагрузки и осадки свай. Результаты испытаний подтвердили проектные расчеты. Общее количество свай под многофункциональное здание – 848. Они связаны плитным ростверком, сплошной железобетонной плитой, что позволяет нивелировать неравномерность распределения нагрузки здания на сваи. Каждая свая тщательно обрабатывается. Убирается технологический перелив и монтажная арматура. Основание для фундамента выравнивается и гидроизолируется, защищая плитный ростверк от воды. Собирается 2-метровый арматурный каркас. Заливка плиты производится в несколько этапов методом непрерывного бетонирования. Предварительно технология была отработана на специальном макете. В общей сложности фундаментная плита многофункционального здания – это 44 тысячи кубических метров бетона. Для создания фундамента здания с атриумом выбран самоуплотняющийся бетон. Выдавливая частицы воздуха под действием собственного веса, он полностью заполняет форму в густо армированном фундаменте. При этом из технологического процесса исключается этап вибрирования, что позволяет существенно сократить время и трудозатраты. Такой бетон обеспечивает улучшение структурной целостности, большую пластичность и прочность плиты фундамента. Уникальные технологии, отработанные при создании фундамента здания с атриумом, будут использованы в дальнейшем при строительстве еще более сложной конструкции – коробчатого фундамента высотного здания башни Лахта-центра, который должен выдерживать нагрузку более 600 тысяч тонн.